Готовим фиш-пай, как в ресторане. Для этого филе трески промой, просуши и нарежь мелким кубиком, так как я показываю на видео. Теперь мелко нарежь лук и добавь к рыбному фаршу. Хорошо перемешай, разбей в миску одно яйцо, посоли и снова перемешай. Почти готово. Сформируй котлетки и обвали каждую в панировочных сухарях. Вот так. Обжаривай котлетки на растительном масле на среднем огне с двух сторон до готовности. Посмотри, какие румяненькие они получаются. Готовим салат. Мелко нарезаем зелень, лук и петрушку, авокадо нарезаем кубиком, а томаты черри нарезаем на две части. Заправляем все оливковым маслом, солим и хорошо перемешиваем. Наш салат готов. Теперь будем подавать фиш-пай. Выкладываем котлетки на блюдо, сверху салат и листик зелени. Все, приятного аппетита! Вот